Улица Комбайновая и улица Западная. Местные жители одного из самых крупных спальных районов города давно жалуются на состояние дорог и пешеходных переходов. Бороться с проблемами благоустройства района – такую цель поставил перед собой бывший начальник областного управления строительства автомобильных дорог, ныне пенсионер Анатолий Якушин. Если вы обратите внимание на любой почти переход, не в центре города, а я имею в виду в спальных других районах города, то зебр практически почти нигде нет. Она везде стерта. А ведь любой водитель, когда он едет, тем более на большой скорости, он не сразу не видит знака. Он обязательно ориентируется на зебру. Поэтому зачастую у нас на переходах не просто неумышленно, а и не специально, а чисто случайно сбивают людей. Отсутствие зебры – не единственная проблема. В дождливую погоду этот перекресток превращается в непролазное болото. Ситуация, знакомая и жителям центра. Вот эта часть, посмотрите, та дорога, вот та поперечная, по улице Западная, она поднята по отношению вот к этой дороге. В результате, во время ливневых дождей и в полый паводок, вот эта часть вся затапливается. Значит, нельзя пройти ни на улицу Западную, ни сюда, по этому переходу, абсолютно никуда не пройдешь. Тут у нас делают, бросают решетки специальные люди, чтобы пойти как-то попасть к себе домой, чтобы, понимаете, пройти хотя бы вот с этой улицы на улицу Западная. Чтобы проехать по улице Комбайновой, водителям требуется особое мастерство. Разбитая дорога стала препятствием и для пешеходов, и для автолюбителей.